В совхозе имени Ленина в прошедшие выходные отмечали День сельскохозяйственного работника. Этот праздник людей, чья жизнь целиком и полностью посвящена сохранению земли родящей, экологически чистые и полезные продукты питания, по праву заслуживает особого внимания. Культурный центр совхоза имени Ленина под руководством Сергея Потапкина организовал и провел в этот день сразу два мероприятия. В 14:00 на территории прудов для детей и родителей устроили множество развлечений. Помоги, помоги, чуть-чуть, помоги. Подними, помоги, помоги. Давай, 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 давай. Самый маленький пошел участвовать. Да, да, да. А глаза-то какие веселые. У-ху! Стоп. Спортивные состязания и эстафеты сочетались с рисованием на асфальте и бесплатным угощением. Яблочки в сиропе, попкорн и другие угощения были в достатке. С праздником всех! С праздником! Мы, конечно, не работники, но сочувствующие, поддерживающие тех, кто работает в поле, собирает урожай. Благодаря кому дети наши знают, что такое натуральное молоко, прекрасная ягода. Гордимся тем, что живем рядом с такими людьми, которые до сих пор в наши тяжелые времена пашут землю и не уходят со своей земли. Поэтому для нас, жителей совхоза, это тоже большой праздник. Всех поздравляю! Три корзиночки. Вам нужно будет прям встать в этот кружочек, встать в кружочек и рассортировать фрукты, овощи. Ничего сложного же нет. Множество эмоций ребятам дарила игра в дартс и викторина на знание овощей и фруктов. Поздравляем всех с праздником. Желаем здоровья. Всем здоровья. Все было хорошо. Поздравляю с праздником. Всего самого вам доброго. А уже в 17 часов дети дарили позитивные эмоции родителям. Шикарный концерт, состоящий более чем из 20 номеров, провел культурный центр на сцене 548 школы. Умилительно выступал садовник, напомнивший всем маленького Павла Николаевича Грудинина. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши аплодисменты. У нас сегодня очень много артистов будет появляться на нашей сцене. Я хотел бы вас познакомить еще с одним нашим артистом. Скажи мне, дорогой друг, кто ты? Садовник. А чем ты занимаешься, садовник? Расскажи нам, пожалуйста. Землицы грязные, не страшусь, работа для меня отлада. Везде в саду я копошусь, короче, я директор сада. Прогуляюсь в огород, посмотрю, что там растет. Сели фрукты там дозрели, сели овощи посыпали. Берег лезет, не вдевай, микромилый урожай. Спасибо, дамы и господа. Сам же директор ЗАО Павел Грудинин поздравил всех собравшихся с праздником и выразил уверенность, что эта нужная профессия сельскохозяйственного работника будет и впредь пользоваться уважением среди людей. Поэтому я вас поздравляю, желаю здоровья, счастья, ну и то, чтобы у нас не только расцветали сады, земляника, но и расцветали наши дети, которые прекрасно сегодня выступят, я уверен в этом. Спасибо вам большое, с праздником, здоровья! Оба мероприятия провел замечательный ведущий, потомственный совхозец Александр Губанов. Делали такую вот анимационно-развлекательную программу на территории прудов. У нас там детишки с таким удовольствием собирали картошку в интерактивах, которые мы делали. Картошку, морковку. Вот, мне кажется, их вот в помощь собрать человек 50, и с урожаем мы справимся даже с опережением графика. Закончился концерт исполнением неформального гимна нашего совхоза. Слова и музыку, которому написал наш земляк Борис Каратаев. Совхоз имени Ленина, моя жизнь с тобою связана, и верится в чудо, здесь птицы поют, работают люди, счастливо живут. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. До скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии
и распространять это видео у себя в социальных сетях.